Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Виктор Кулу. И сегодня я продолжу рассказывать о том, какие вкусные блюда обеденные можно приготовить из творога. Бифштекс по-немецки с творогом. Возьмите 600 грамм мясного фарша, 2 столовых ложки размягченного сливочного масла, соль, перец, 1-2 столовых ложки пшеничной муки, 2 столовых ложки растительного масла, 1 упаковку 10 грамм весеннего творога. Лобните помидоры, листики базилика. Мясной фарш смешайте со сливочным маслом. Приправьте солью, перцем, сформируйте, снегуйте в тетеньке толщиной около 1 см. Обваляйте их в 1-2 столовых ложек пшеничной муки. Растительное масло разогрейте, сжать в нем в тетеньке со всех сторон. Около 2 минут положите на нагретую тарелку. Творог перемешать, положить его на тефтете, украсить ломтиком помидоров, листиками базилика. Блюдо подать жареный картофель. Филе лосося с миндальным весенним творогом. Для приготовления этого блюда возьмите 4 филе лосося, каждый по 200 грамм, лимонный сок, соль, перец, пшеничную муку, яйцо, 4 столовых ложки крупчатки, 2 столовых ложки растительного масла. 2 упаковки по 200 грамм весеннего творога, 1-2 столовых ложки сливочного масла, 4 столовых ложки настроганного миндаля, кружочки лимона, веточки укропа. Филе лосося промыть в холодной воде, обсушить, смочить лимонным соком, оставить на 15 минут, обсушить, посыпать солью, перцем. Филе обвалять сначала в пшеничной муке, затем во взбитом яйце. И 4 столовых ложки крупчатки. Растительное масло разогреть. Жарить в филе с обеих сторон в течение 10-12 минут. Положить на нагретое блюдо. Творог перемешать, разложить на филе. Сливочное масло растопить, обжарить в нем миндаль до золотисто-коричневого цвета. Посыпать миндалем творог. Блюдо украсить кружочками лимона, веточками укропа. Блюдо подать картофель с маслом, салат из помидоров. С вами была Анна, администратор сайта Winterfuru. До свидания, до новых встреч.